Привет, народ! Всем привет! Мы, короче, приехали на тест-драйв, который проходит в Истре. Вот тест-драйв вездехода Шерп, вон шатер стоит. И сейчас мы туда поедем. Ну и, как обычно, вам все покажем и расскажем. Привет, а вчера шерписты. Такая погода была. Привет, привет. Классная, не то что сегодня. А? Солнышко вчера было вообще такое. А сегодня выезжали, мы думаем, какой нафиг тест-драйв, там дождь льет такой. Ну все, ребятки, не успели мы приехать. То, что говорят, здесь гостеприимно, все, все фигня, не верьте. Нас сразу же припахали на тест-драйв, так что мы поехали. Вон уже Серега завел тестовую машину. Ну а вам, ребята, выпало возможность ехать на настоящей боевой машине, которая не тест-драйвы катает, а которая катается там, где волки в туалет не ходят. Да, я уже да? Молодец. Поехали. Вот этого воду, да? Так вы так будете толкать? Вы же сильные. Я вам вижу, что вы сильные. Окно. Мы там не поедем. Держимся. Опа! Классно? Плавать. Так, поднять паруса. Поднять якорь. Отплываем. Ура! Делать будем. Давайте, вы на берег быстро, вы легкие, маленькие. На берег и за канистрой. А вы врете? Нет, как это я вру? Я же большой, я не могу. Слушайте, я не из лагеря тут, я их везу, они там все набрались. Ну мы-то отсюда вылезем. Конечно. А как вы, прыг-скок по льдинам? Знаете, как по льдинам перебегают? Смотрите! Круто провалились, да? А давайте мы так сделаем! Так мы так же сделали. Thank you.
вот такой, два, да? И будете вместе ездить. Вот. Ну рассказывайте, как вам понравилось? Классно? Вообще, будем получше плавать. БМП лучше плавает. БМП лучше плавает? Да. Да ну? БМП бы там вообще никуда не уехал. Она бы провалилась и не выехала бы и застряла. БМП? Да. Она плавает. Она по дну плавает хорошо. Ну хорошо, ладно. А ты на БМП катался? Нет. Ну вот покатаешься, потом скажешь. Ладно, нам как? Мы-то тоже не катались ни в жизнь. Тем более у нее брюхо загладенное. Она на лёд. А тут катается. Тоже загладенное брюхо. Но оно у меня такое. Такое-такое. Они первой помощи в полевых условиях. Они отличаются от обычных тем, что имеют минимально массогабаритные характеристики. Защищены, как правило, от воды и влаги. Интуитивно просты в применении. И могут выдерживать большие, скажем, устойчивые колебания температур, к атмосферным осадкам, в общем, и так далее. В том числе, вот, что для вездеходов актуально, существует большая проблема при перемещении лекарственных средств. Это сохранение их формы. Таблетки от постоянной вибрации втираются, упаковки протираются тоже, теряется стерильность и все остальное. Как правило, это решается либо применением специальной упаковки, либо подбором вложений, либо их упаковкой. Вот. Ну, у нас имеется опыт такой. Мы оказывали медицинскую поддержку экспедициям на Северный полюс, Чуков, в Антарктиду, многим вездеходным экспедициям. Мы, собственно, продолжаем это направление, поскольку мы считаем его интересным. В общем. Медицинские технологии спасения, да? Да. Хотя, конечно, основное направление нашей деятельности – это все-таки военно-полевая медицина. Вот. Требования часто бывают одни. Что к полю на войне, что к полю в условиях экспедиции. Ну вот так, ребят, кому там надо для рыбалки, охоты, аптечки, они обязательно нужны. Потому что, ну хоть русский человек ты пока не грянет, не перекрестится, но тогда уже креститься можно будет на кладбище, когда у вас не будет вот такой штуки. Вот мы приехали и приехали не без потерь. Где-то зацепили деревце, пробили кунг. Все идет к тому, что надо кунг будет менять кунг. Как раз Жуков гараж разработал новый кунг. И вот мы, наверное, будем его ставить себе. Раз мы этот испортили. Да шучу, конечно, его можно починить. Залил и бокситкой, и все. Заклеил пленкой. Но нет, надо менять, однозначно менять. Ребята из Жуков гараж, у нас сломался кунг. Нам его надо срочно менять. Срочно? Срочно. Срочно поменять. Мишка рамку. Не шутит. Нет. Какие могут быть шутки? Сейчас будет торжественное вручение вездехода. Вот этого красавца, добровольно-поисково-спасателю отряду «Лиза Алерт». Шер будет творить добрые дела и спасать людей. Так, пока идет хаотичная расстановка толпы. Значит, хаотичная, все четко. Где четко? Все не с той ноги шагают. Давай. Да, ложитесь, все ложитесь. Все ложитесь, не закрываем вездеход. Давай. Ребят, вот этих кадров со спины вам никто не покажет, только я. У всех будут фотографии вот оттуда, с лица, а я буду снимать мужественные затылки. Вот. Вот, все, отлично. Правильно, Саня. Здрасте. Здрасте, здрасте. Все, уже отряд готов? Никто выбираться не хочет? А что, 3-4 уже было? Да нет, мы ждем. Нет? А, я думал, я все пропустил. Вот так, ребят, официальная часть закончена. И все плавно передвигаемся грилем о гриль. Да. Вот ребята будут готовить сегодня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Электричество, да. Да я сейчас
мягко скажу вам, сюда волки какать придут, елки-палки, никого не испугаются. Нас обманули, ничего не будут здесь готовить. Ничего не будут готовить, у них для рекламы он стоит. Надо доставать свой. Следующий. Рабочий. У них даже баллон пустой. Так, ребятки, а мы будем делать картошку. Мурка, ты любишь картошку с салом? Мурка любит. Да, да, я очень люблю есть картошку. Вкусная, я вам скажу. Все, Мурка все проверила. Сало нормальное, картошка вкусная. Сырая? Мурка, ты еще подожди, она запечется. И нос не обожги себе, смотри. Вот, ребят, сейчас я могу точно сказать здесь, что здесь командный дух. Посмотрите все, как сплоченно работают над котлетами, которые приготовлены на гриле О-гриль. Над духом котлет. Шикарно, шикарно, все выстроились. Рука в руку, все шагают в одну ногу. Не то, что на фотографировании, правильно? Правильно. Наши картошки уже почти готовы. Вот такая вездеходная площадка, она действительно вездеходная. Уже невозможно ходить. А настоящие вездеходчики ходят вот в таких тапках. Мурка, нюх. Правильно, Мурка, молодец. У меня таймер тоже самое говорит, что все готово. Это моя широкая душа с огромным сердцем львиным прогрела эту землю. Ну и вы помогли всем. Он в духе живота, елки-палки, а не в командном духе. Вы тут всех жрачки заманили.